Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru. И давайте в этом видео я вам расскажу советы, которые стоит учитывать туристам, которые едут в Гоа, в Индию. Видео будет краткое, без воды, только выжимка самого ценного и максимальная информация, которую я скопил за 6 лет, что живу в Гоа зимой или приезжал как турист. Поэтому подпишитесь на наш канал, кнопочка подписаться вот здесь в углу. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о следующих видео. Подписались? Все, поехали. Первое. Правила въезда в Гоа. Сразу скажу, для поездки в Гоа нужна электронная виза. Мы занимаемся оформлением электронных виз. Если хотите, обращайтесь. Услуга платная, под ключ. Правила въезда в Гоа в связи с коронавирусом постоянно меняются. Вот я уже записал 5 подробных видео, вот только за последние 3 месяца. Поэтому ссылочку на актуальные правила на нашем сайте я вам дам под этим видео. В Индию приезжать можно. Сейчас, например, нужен ПЦР-тест. Может, скоро все это отменят. Но лучше посмотрите правила. Второй момент. Когда лучше ехать в Гоа? В Гоа четко выраженные сезоны. Летом сезон дождей, мунсуны, то есть дожди идут каждый день, дожди сильные, проливные. В это время в Гоа лучше не ехать с середины мая, где-то до середины октября, ну или до начала хотя бы октября в Гоа лучше не ехать, четко ярко выраженный сезон дождей. Четко ярко выраженный сезон, когда светит солнышко, погода 28-32 градуса днем, ночью там от 20 до 24, то есть очень тепло, классно, комфортно, это зимний сезон. Декабрь, январь, февраль – самое классное время для отдыха в Гоа. Смотрите, в целом, вот море такое в конце января, начале февраля, вот эти, как я говорю, чуть-чуть ветра начинаются, ну вот такие вот легенькие волны. Если вы, например, приедете в январе, их вообще нет. Дождей не бывает никогда, практически 99%. Вот за все время, что я был тут 6 лет, пару раз шел дождь, так вот в этом году он шел в январе с утра, 7 минут, люди радовались, выбегали просто на дождик смотреть. И многие из моих знакомых сожалели, что не видели дождик. До этого как-то вечером 5 минут шел в кафе, тоже из кафе прям бросали еду, выбегали. Это чудо, если тут пойдет дождик зимой. Есть переходные периоды. Например, в марте тоже можно ехать, классная погода, в мае уже не стоит. Потому что уже потихонечку влажно, очень жарко, начинается сезон дождей. Поэтому лучше отложить, допустим, поездочку до осени или до зимы, так же, как в ноябре. Можно ехать, дожди очень часто к этому времени, в середине октября или в конце октября заканчиваются. В ноябре, если бывает, может пойти дождик небольшой, опять светит солнце. Иногда вообще весь месяц ноябрь, может быть, там один-два небольших дождя и все. Я в ноябре, у меня день рождения, часто сюда ездил, тоже можно ездить. Опять, по каждому из этих пунктов есть подробное видео, посмотрите очень подробно, когда лучше ехать в Гоа, я разбираю по каждому месяцу, и что здесь происходит в это время. Здесь только самая выжимка. Куда лучше ехать в Гоа? В Гоа, например, различают два региона, это северный или южный Гоа. Сначала расскажу про каждый из этих регионов, потом коснусь немного пляжей. Южный Гоа более цивилизованный, более чистые пляжи. Например, на пляже Агонда и Палалем поменьше волн, хотя их тут всегда в Гоа, я даже не касаюсь этого. Но они бывают, конечно, где-то во второй половине февраля, в начале марта, но это не такие волны, как в Египте, на Бали, в Шри-Ланке. То есть все, ну, можно спокойно купаться, отдыхать на пляже. Поэтому, например, серферы не очень любят Гоа, потому что здесь просто сильных волн не бывает. Вот такая погода, как вы видите. Ну, я не знаю, сложно назвать это волнами. Но если вам нужен полный штиль, то это декабрь, январь месяца, полный штиль в Гоа. А так, по мне, море очень классное и хорошее. Ну, так вот, даже если вы хотите, чтобы этих волн не было, поехали в феврале, там, в марте. Палалема, Агонда, спокойная вода, потому что они окружены пляжи Палалема, Агонда. Ну, кстати, два моих любимых пляжа на юге. Они окружены скалами, и там очень тихая и спокойная вода, особенно красивый пляж Палалем. Рекомендую вам туда съездить, сам вот поеду туда через несколько дней. Вот как раз два моих любимых пляжа на юге. Есть еще пляж Колва, то есть
Тоже хорошее море, голубое, там море чище, чем на севере, как раз вот из-за того, что меньше волн, и когда поднимаются волны, они поднимают песок, и море становится иногда тут мутноватым, ну, таким не сильно прозрачным на севере у нас. Особенно, ну, когда вот февраль, там март. Тоже пляж Кола, хороший пляж, только живите не у входа на центральный пляж, а где-то выберите место подальше, так как он популярен, в том числе у индийцев. Есть спокойные пляжи Бинулим, Битолбатим, Кавиласим. Ну, Кавиласим побольше, Бинулим, Битолбатим подходит для отдыха с детьми, ну, так же, как, в принципе, Кола и Палалем. Вот именно, если вы едете с детьми, с семьей, там нет таких тусовок, пати, вечеринок, как в Гоа, то лучше на ю... как в Северном Гоа, лучше на Южный Гоа. Северный Гоа цены в целом, в среднем, подешевле. А самый дешевый пляж это Кирим. Тоже недорогие цены. Арамболь. Вот, кстати, я сейчас сижу в кафе Кинара в Арамболе. Сам живу зимой в Арамболе. Мне здесь нравится. Туристы есть. Вот шейки заполнены. То есть, если вам с кем пообщаться, если вы один приехали. А с другой стороны, нет толп народу. Более чистые пляжи, более цивилизованные. В том числе есть там какие-то более красивые кафе. Хорошие кафе это Морджем и Ашвим. Ну, например, ну вот у зимовщиков даже считается, вот у кого типа денег поменьше и более простые условия, это Арамболь, хотя и здесь есть хорошее жилье, вот себе снимаю хорошее жилье и доволен. А вот как раз Морджем считается таким гламурным местом, куда едут на зимовку с детьми, так как там рядом есть продуктовые магазины, супермаркеты, рынок в Мапусе, Сиалиму. А вот многие британские пенсионеры, ну и наши туристы, предпочитают, например, Кандалим Калангут. Кандалим даже лучше, так как там и есть рядом Агуада Форт, старый форт. Но там есть супермаркеты Ньютонс, Дельфинс, то есть большие супермаркеты магазинов. У меня в Рамболе, вот, например, таких нет, у меня только мини-маркеты. В Кандалиме есть большой супермаркет Ньютонс, вот реально супермаркет. В том же Ашвиме, Морджиме, Рамболе я не видел. Декатлон, магазин одежды, то есть более такой, скажем так, приспособленный уже для жизни регион, который вот пенсионерам как раз это удобно, что магазины есть хорошие кафе. Ну и они стоят, например, цены в них подороже, чем в Уранболе. Это Кандалим. Анджуна Бага, тусовочные места, расположен в Баге клуб «Ночной Кубана». В Анджуне очень много шеков, кафе на пляже. Вот Лилипут знаменитый, кафе «Транс», музыка. Ну, многие там ищут развлечения какие-то, ну, легкие наркотики там и подобное, покурить, травы. Я этим не занимаюсь, не буду, никому не рекомендую. Просто для информации даю, чтобы, например, ну, с детьми вот туда не стоит ехать. Кому нужны пати, вечеринки, постоянно отдыхать, отжигать, едут в эти места. Я не люблю, в принципе, на Анджуну я езжу на Дэймаркет, на Баги. Вот у меня даже нет видео про Багу, я и ни разу и не был. Вот за все это время, потому что особо кроме клуба там делать нечего. Арамболь, Мандрам, Кирим, помимо туристов, нравится зимовщикам. Так как здесь цены на жилье в среднем, ну, можно найти кафе поменьше, чем в том же Кандалиме, допустим, в Морджиме. В среднем, опять говорю, можно найти и в Арамболе дорогое кафе, и в Морджиме недорогое, дешевое местное кафе. Вот, еще рядом с Арамболем расположены красивые места. Можно съездить в соседний штат Махарадж. Я, то есть, ездил Реди, Форт, Тирокль, Форт. Мандрамская, Арамбольская гора, красивые закаты. Ну, я считаю, мне больше нравится Арамболь. Тут озеро Свитлейк распускал. Он также один из самых красивых пляжей Северного Гоа. Почему я говорю рупии рубли? Курс индийской рупии к рублю примерно один к одному. Вот еще важный момент. Вам обязательно надо поменять деньги. Я меняю деньги с карты Тинькофф Блэк. Это мультивалютная карта, то есть можно открыть счет в индийских рупиях онлайн, онлайн привязать карту к индийским рупиям и снимать. Самый выгодный, вот будет без комиссии, если вы так сделаете, у вас будет обмен сразу рубль к рупии, без конвертации рубль к доллару, без двойной конвертации, вы можете снимать, карты Тинькофф дают снимать без комиссии в банках BOI, банков Индии. В банках СБА, это просто Банк оф Индии, также называется другой логотип местных. И банк Канара Банк. Вот банкомат Бои, и
С вас Тинькофф без комиссии, Сбербанк, Альфа, ВТБ, тут тоже будут комиссии минимальные. Канара Банк. Если у вас карта Тинькофф Блэк, вот как у меня, то есть я завел счет в рупиях, он дает снимать без комиссии. Вот вам пошаговая инструкция. Откройте карту Тинькофф. Вот чтобы вам открыть карту Тинькофф, именно ту, о которой я говорю, их очень много, мультивалютную, перейдите по ссылочке под этим видео, и тогда вы попадете точно на эту карту. Открывайте онлайн счет в рупиях. Обмениваете рубли на рупии, привязываете карту к рупиям и снимаете в банках Бой, Канара Банк или SBI. У вас тогда будет максимально выгодный обмен без комиссии. Мне нужно снять 20 тысяч рупий, поэтому я процедуру повторяю. Один раз снял 10 тысяч по новой. Дополнительной комиссии никакой не снимайте с Тинькова. То есть хоть 50 снимите, если есть в банкомате. Пин-код. Enter. Как видите, то же самое. Withdrawal. И здесь просто, например, в Bank of India новый терминал. Еще быстрее процедуру. Сумма 10 тысяч рупий. Окей. Чек. Берите на всякий случай. Все. Деньги снимаются. Смотрите, может быть другой терминал. Примерно все то же самое. Я повторил такую же процедуру в Bank of India, вот сейчас мне даст деньги. Забрали деньги, важный момент, карточку заберите вот отсюда, она не вытаскивается сама. Наличные деньги вам понадобятся в Индии всегда. Многие кафе, кстати, Кинара не дает расплачиваться карточкой, торговцы фруктами вас не дадут вам карточкой расплатиться. Какие-то мелкие услуги, купить кокос на пляже, вам пригодятся наличные. Берите с собой купюры, выгоднее всего менять доллары, купюры по 100 долларов. Купюры по 100 долларов нового образца с голубой полоской. Об этом я подробно рассказываю, тоже видео посмотрите. Если у вас заканчиваются деньги, они часто у туристов заканчиваются, вот возьмите карту Тинькофф. Если вы возьмете какую-нибудь рублевую, там ВТБ, Сбербанк, какую-то Тинькофф другую, ну, любого банка, будет невыгодно, у вас будет конвертация по банковскому курсу. У Сбербанка еще и комиссия есть 150 рублей за снятие, любое снятие за границей. Так что, ну, вы будете прилично экономить на снятии наличных. Давайте вот я запишу в кафе Арамболе, где кафе... Цены чуть подороже, чем в остальных кафе. Вот кафе Кинара, мое одно из любимых кафе. И примерно такие же будут, допустим, в Мандраме, в Кириме, Морджем чуть подороже. И, например, если юг Гоа брать, Кандалим, Калангут, ну, прибавьте 20%. Допустим, второе блюдо можно поесть у нас в Арамболе 250-300 рупий. Например, в кафе Сома я ем шницель 270 рупий. Здесь я ем, например, тоже второе блюдо в Кинаре, там куриные бириани около 200 рупий, например, рыбные бириани с рисом или, например, жареный момо с креветками я здесь очень люблю, в районе 350 рублей. Блюдо из рыбы начинается от 400 рублей, но есть вот такие места, вот и локальные, местные места, где фиш тали, я вам даже покажу, где в Арамболе есть и в других местах. Смотрите, где можно поесть дешево, я особо здесь, в принципе, не ем, но если у кого-то есть желание. Вот, фиш тали 100 рупий, чикен тали 140 рупий. От 100 рупий можно поесть, то есть у вас будет рыба, рис, ну, это местное индийское блюдо, я просто такое не люблю. Я говорю именно советы для туристов, кто не был. 200-300 рублей второе блюдо спокойно можете поесть. Допустим, если брать морджем, кандалим или югуа, 300-400 рублей второе блюдо. Очень подробное видео есть о ценах в Гоа, там на все, на жилье, сколько денег брать, как снимать. Вот здесь я дам ссылочку, посмотрите. Тут я даю краткую выжимку. Что еще? Блюда в Гоа достаточно большие, поэтому возьмите. Возможно, вам хватит на двоих. Я очень часто, если с кем-то иду, то я беру блюда на двоих и вполне хватает. Национальная индийская еда, шницель, куриная, опять огромные порции с чизнаном. Такое классное место, кафе Сом, здесь в мафию играем. Сегодня сюда просто зашел покушать. Есть русскоязычные кафе, кто долго живет. Например, вот давайте как раз расскажу про мои любимые кафе, раскоснулся цен. Любимое мое кафе в Арамболе – это
Кинара. Вот я как раз сижу здесь, записываю видео. Сома. Она находится на Гиркарваде кафе. Любимое кафе на пляже Шейки. Вот, да, я вам забыл сказать, как раз расскажу про шейки. Любимые мои шейки на пляже — это People, Love Planet, Junos, они прям рядом расположены. Вообще, мне очень нравится зона отдыха, вот такие чиллауты в индийских кафе, они есть и на пляже, и вот это, например, кафе People. Кафе People, кафе Junos, вот это кафе People, дальше кафе Junos, кафе Food Planet. Тут и цены, в принципе, нормальные, и нету местных индийцев, которые сюда мало доходят, не в таком большом объеме, тихо, спокойно. Можно полежать, посидеть, покупаться, отдохнуть. Раз такие пляжные кафе, где вы можете заказать еду, да хоть что угодно, бутылку воды, там, стакан сока, бутылку пива, и спокойно лежать на лежаках, отдыхать, они бесплатные. То есть вы заказали что-то хоть за 100 рублей, спокойно лежите, отдыхаете, купаетесь целый день, сколько вам влезет. Можете также, вот как я, сидеть, отдыхать. Я часто, например, в этих шеках люблю просто лечь и отдыхать. Покушать, посмотреть на море, выходить прямо из них купаться. Есть такие, вот сейчас я вам покажу, вот за мной, зона отдыха, чиллауты. То есть можно вот полежать здесь. Просто легли, полежали, и все, не обязательно сидеть. Пока вам готовят еду, это вот такая особенность Гоа, которая мне очень нравится. Если брать Ашвим, кафе Шо, русскоязычное, готовят очень классные, вообще действительно борщ, вторые блюда. Ну, если брать местный, ну, колесо, оно просто расположено, красивое кафе на берегу моря. Если брать Морджем, назову просто хорошее кафе, они самые дорогие, но я, если изредка езжу в Морджем, допустим, кафе Фиш, там посмотреть фильм, и кафе Сихорс, самые дорогие кафе, может, вы что-то найдете поменьше по ценам. Мандрам тоже красивые кафе назову, они тоже по ценам дорогие, просто с красивыми видами. Также изредка туда езжу попить кофе, съесть десерт. Ну или, например, в кафе Дюнс мне нравится завтрак из гуакамоле, завтрак, такое мексиканское блюдо. Это Дюнс кафе и кафе Чикушанти с красивыми видами на море, как раз на мостике, на речку там. Вот эти кафе. В Кандалиме кафе Азура мне нравится. И есть знаменитый кафе Fisherman Cove, это рыбное кафе, ну тоже цены подороже, но там вот именно любители рыбы идут в это кафе. Куда съездить на экскурсии? Вот здесь есть несколько экскурсий, которые я вам рекомендую. Первая экскурсия, она как раз подходит для всех, в том числе люди с детьми ездят. Это весь Гоа за один день. Во время этой экскурсии вы посетите водопад Дудхсагар, Old Goa. Это старое португальское наследие, то есть старинные португальские средневековые церкви, развалины есть. Базилика Бом Иисуса, базилика Святого Иисуса. Это главный культурно-исторический и религиозный достопримечательности памятник старого Гоа. Храмы индуистские Понды, то есть они рядом как раз. Плантации специй. Это все за один день, это действительно и красиво, и интересно. Для, например, детям на водопад посмотреть. На водопаде есть обезьяны, которых вы можете покормить с руки. Возьмите, если вы едете на водопад, вот Дудхсагар или на эту экскурсию, возьмите чипсы какие-то, возьмите орешки, возьмите бананы и покормите обезьян. Иногда на этой экскурсии, но не всегда, у них бывают какие-то запреты, вот с тем же ковидом, можно покататься на слонах, покупаться со слонами. Ну, опять, детям нравится, можно даже просто покормить слона, ну, если страшно или боятся. Она проходит один день, обычно начинается с утра, стоит вот это у разных агентств $35-45. Так что, ну, вот эту экскурсию я первую рекомендую. Вторая экскурсия, которую рекомендую, если у вас есть достаточно времени, но если нет, съездите в Хампи на один или на два дня. Я рекомендую на два дня ехать. Хампи – это старинная империя Виджаянагара, вот извиняюсь, если неправильно выговорил. Храмы, старинные постройки, прям старинный город. Там даже снимался элементы, одни из эпизодов фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном, именно вот в этом старинном городе Хампи. Очень классное место. Экскурсии стоят $110, $120, $140 в зависимости от ее цены. Они иногда Хампи Бадами,
берут, иногда одно хампи возят. Я просто, кого я могу рекомендовать? Да никого, потому что я просто в эти места ездил везде. Близлежащие, то есть в Олд Гоа, в индуистские храмы, на водопад я езжу на скутере, а в хампи я ездил на слип-басе на 2 дня. Раньше я ездил на экскурсии на эти, просто не записывал еще видео, не вел блог. Поэтому сами смотрите в интернете, читайте отзывы. Я могу дать ссылочку на Tripstar. Там просто в одном месте собраны экскурсии, в том числе предлагают индивидуальные экскурсии. Еще вот часто очень возят, например, да, вот я коснулся байка, сейчас попозже расскажу, возят, например, с Северного Гоа на пляже Южного Гоа, посмотреть именно райские пляжи Палалея, Магонда как раз рекламируют. Действительно красиво, классно, съездите, если не хотите на такси или не водите байк. Хотя я рекомендую именно ехать самим, допустим, взять такси, договориться с таксистом, чтобы он вас весь день повозил, может, 3000 рупий выйдет. Ну, как торговаться? Может, и 3500 запросить, кто-то и больше просит, а вне сезон, возможно, и меньше, потому что бензин очень сильно поднялся за 4 года с 60 рублей до 100 рублей. Ну, 60 индийских рупий до 100 индийских рупий. Вот как раз мы коснулись аренды байка-скутера. Если вы возите, я вам рекомендую снять скутер, байк, потому что очень много красивых мест расположены рядом с пляжами. Можно, конечно, доехать на такси, если вы не уверены. Движение здесь левостороннее. Вот как вам сказать, сложно оно или нет? Если брать страны Азии, по мне, тут гораздо проще ездить, чем в Таиланде, во Вьетнаме, хотя там правосторонний. Именно в Гоа на пляжах, не в индийских крупных городах. Потому что здесь не такой большой трафик между пляжами. Но, конечно, если брать европейское, если вы никогда не были в Азии, многие приезжают, говорят, как ты здесь водишь. Поэтому, что я вам рекомендую? Во-первых, нужны международные права, права категории А, даже и шлем. Ну, вам его дадут с байком. Если у вас нет международных прав, ну, вот как тут люди делают? Берут российские права, ну, просто кладут в карман 200-300 рупий, говорят, ой, сори, я не знал. Индийские, не переживайте, индийские полицейские всегда с радостью возьмут, никого штрафов не выписывают. Им за радость поймать туристов. Вот я езжу в шлеме с правами, когда меня спрашивают, лайсенс, у меня все есть, я езжу в шлеме, международные права и категории А. Прям видно такое сразу недовольное лицо, турист, и все у него есть, нечего с него взять, не нарушает там, не превышает скорость, не едет там выше 30 или 40, если есть знак, как так? Возьмите байк или скутер на 1-2 дня, ну прям на один день, попробуйте, удобно вам, комфортно ехать. Если нет, ну просто его сдайте. Вот так выглядит улица Рамболя в 9 утра. Аренда скутера здесь начинается, смотрите, вся Рамболь какой-нибудь, Керим от 300-400 рупий в день, в Кандалиме, в Морже могут и 500-600 просить в день. А в Новый год 700-800 вообще байков из-за этих цен не... нельзя было найти, так как очень много туристов приезжало. Тут вот выходите, это касается аренды жилья, прям везде на каждом углу написано «рент байк», то есть аренда байков. На углу каждого дома, на углу каждого кафе подходите, спрашиваете, сколько стоит. Аренда байка на месте, если кому надо, от 5 до 6 тысяч рупий. У меня подробное видео есть, как снимать байки. Аренда жилья на месяц от 8 тысяч рупий, ну лучше от 10 тысяч рупий, это более-менее нормальное жилье, Керима, Мандра, Марамболь, самые недорогие пляжи. Очень подробное видео, аренда жилья есть на 22 минуты у меня, где и как искать жилье. Сотовая связь, смотрите, Wi-Fi здесь есть, ну и в кафе, и, ну, возможно, в отелях. Допустим, если вы едете в недорогой гестхаус или простенький отель, там 2-3 звезды, Wi-Fi большая вероятность, ну, по крайней мере, возможно, что будет нестабильный. Так же, как и в кафе. Бывает, я в кафе сижу, работаю с компьютером, с ноутбуком, а бывает, просто с телефона в мессенджер не могу зайти, когда туда пришло побольше народу, и все расходуют Wi-Fi. Поэтому я вам рекомендую купить сотовую связь. Смотрите, здесь вот 4 сотовых связи. Airtel, Jio, Idea и Vodafone. Вот в Рамболе, например, лучше всех ловят Airtel и Jio. У меня 2 сотовых связи. На одном телефоне одна, на другом другая. Ну, чем Idea и Vodafone. Хотя раньше, например, и Vodafone, и Idea пользовался. Тут даже вот какая лучше, где. Вот в одном месте может Airtel чуть лучше, в другом Jio.
Если вы в другом каком-то поселочке, населенном пункте, в принципе, по серому ГУА эти связи так и ловят. Спросите, какая связь здесь ловит лучше, прямо в салоне сотовой связи, и возьмите. Тарифы примерно одинаковые, но где-то у вас будет выходить от 250 до 350 рупий за 28 дней, то есть для туристов вполне хватит такие тарифы в месяц. Например, если будете 2-3 месяца брать, вы здесь зимуете, у вас еще будет дешевле, хоть за 2 месяца, например, 549 рупий, 2 гигабайта в день и безлимитные звонки на мобильных. Туристам 2 гигабайта и не надо в день, я просто здесь работаю, 1,5 гигабайта возьмите, может 300 рублей быть у вас 300 рупий, если 1 гигабайт, там в районе 250 рупий, вам вполне этого хватит, будете на связи, у вас будет всегда интернет, мобильный интернет, и, например, если вы вдвоем едете, можете друг другу спокойно звонить по местным номерам, также все это в эти 300 там, рублей будет входить. Так что купите местную сотовую связь. Кстати, по центральной Индии вот и Vodafone лучше ловит. Активация сим-карты происходит сразу же после оплаты. То есть раньше, например, в Гоа надо было ждать, вот буквально там 3-4 года назад какое-то время. Сейчас прям сразу активация. Вас там сфотографируют в этом салоне сотовой связи. Ни фотографии, ничего нести не надо. А эти салоны сотовой связи расположены в каждом поселочке, в каждой деревне Гоа. Я запишу, где расположен в Арамболе. Если вы едете в другой населенный пункт, тоже ищите такой же салон, ну, небольшой киоск сотовой связи, и там покупайте сим-карту. В Арамболе купить и пополнить сотовую связь можно на бас-стейшене. Вот как раз он перекресток, он называется бас-стейшен, так как здесь автобус останавливается. Какие сувениры привезти из Гоа? Смотрите, в Гоа очень большой выбор сувениров. Во-первых, много есть индийских сувениров, то есть индийские специи, индийские платки, кашмир, то есть это натуральный шелковый платки. Я просто честно не разбираюсь немножко в этих, но очень все покупают. У меня мама и сестра всегда радуют, всегда вот именно женщины. Кашмир, шелк, есть какие-то пончо шерстяные, прям действительно натуральные. То есть, как индийские сувениры. Есть, вот у меня знакомый приезжает конкретно, кто занимается золотом, разбирается. Но если только разбирать очень недорогие, именно драгоценные камни, смотрите сразу в хороших магазинах. Или если разбирать украшения, есть изделия из кожи, очень много изделий из кожи. Вот прям красивые сумки кожаные, рюкзаки, обувь. Ну вот такие попсовые, это барабаны, тут действительно есть что привезти. Очень красивые именно в Гоа, ловцы снов, вот такие различные кожаные сумки, можно рюкзаки купить. Очень классная работа и в принципе очень красивые, необычные, цена до 2000 рупий бывает. Можно и за 1500 что-то сторговаться, можно и больше. Ловцов снов, красивых украшений из ракушек. Тоже можно, в принципе, кому это интересно, посмотреть для дизайна интерьера и купить. Гоа – это особенно Арамболь, это мекка, скажем так, йоги, вот такой тантры, духовных практик. Вот, кстати, почему еще многие едут в Арамболь за этими духовными практиками. Здесь различные ловцы снов. Очень, ну, какие-то красивые местные платья, сари кто-то покупает, как такой экзотический сувенир. Я просто пройдусь, запишу вот эти сувенирные лавки, действительно, есть что выбрать и что купить. И цены, в принципе, достаточно недорогие, то есть все стоит. Очень важный совет – торгуйтесь. Второй совет – если хотите покупать по более дешевым ценам, оденьтесь. Вот не как турист, не идите в первый день, когда вы еще не загорели. Вот явно видно, что вы турист, только приехали, нет у вас денег. Вот если вдруг, я когда иду покупать вещи, я одеваюсь самую плохую одежду, которую никуда не хожу. Тут, кстати, местные так ходят, как будто ты здесь живешь. И тогда у вас уже будут говорить цены, как примерно, ну, зимовщикам, которые понимают, какие здесь цены. И вы таким образом еще сэкономите. Вот если вам этот один совет пригодился, то поставьте лайк, напишите, мне будет очень приятно. И торгуйтесь, просто не покупайте, вот еще совет ваш, не покупайте в первые дни, вот вам все разбежались глаза, все хочется. Приценитесь, походите, загорите, я вам гарантирую, вот вы купите по более выгодной цене, сэкономите достаточное количество денег,
Плюс не купите тех вещей, которые вам не надо, так как, возможно, за эти два дня вы увидите более лучшие, более дешевые вещи и сувениры. Их действительно здесь много, они продаются прямо на каждом углу, на любом пляже северного и южного Гоа. Если вы хотите куда-то съесть, рассчитывайте, что вы здесь будете передвигаться, скорее всего, особенно если вы, ну, первый раз еще не знаете, либо на скутере, либо на такси, либо на экскурсии. Местный транспорт, он есть, но он развит очень, так скажем, неудобно. Пляжи Гоа расположены вот все линии, вот, например, Кирим, Арамболь, Мандрам, Ашвим, Морджим, Вагатор, ну, вдоль линии моря. Автобус будет, он ездит вот так вот и собирает всех из деревень, которые расположены там в 10 там, километрах от моря, поэтому это очень долго и реально, ну, раз пешком можно дойти вдоль берега моря от одного пляжа до другого, который рядом расположен. Я из Арамболя в Мандрам частенько пешком хожу до кафе, которое в Мандраме. Как раз вот People, Junus и Food Planet, эти кафе не на стыке Мандрама и Арамболя, пешком хожу. Вообще набережная Арамболя, да и других пляжей, Мандрама тоже. О, чем мне нравится Гоа, что здесь вот так можно спокойно вдоль моря прогуляться. Вот вдоль всего Арамболя можно идти. Кто-то с утра ходит, кто-то, например, на закате. Очень многие туда-обратно. Если вы хотите максимально дешево питаться в Гоа, допустим, у вас тур с завтраками, или вы не обязательно ехать по туру, приехали самостоятельно. Жилье искать здесь легко, на месте. Все очень много, вывеска аренды жилья, байк на месте. Цен я вам назвал, жилье от 10 тысяч, байк от 5 тысяч рупий в месяц. Ходите в магазины. Магазины, цены там фиксированы, цены самые недорогие. Фрукты лучше покупать в фруктовых лавках. Чем дальше фруктовая лавка находится от центрального входа на пляж, тем цены дешевле. Вот еще вам совет. Если вы на любой пляж приехали, там Кандалим, Арамболь, Морджим, центральный вход на пляж, обычно очень много местных, потому что они вот, им лень идти куда-то ехать. И цены в кафе в шеках подороже, кричит музыка, очень много индийцев. Идите вот в сторону, вы найдете на любом пляже более спокойное место, где можно покупаться, и очень часто будет более спокойный, такой, более такой приличный какой-то кафе на пляже. Так вот, фрукты выгоднее покупать в фруктовых лавках. Курицу и яйца есть специальный chicken center, они там стоят дешевле, допустим, чем в супермаркете. Курицу, ну, не знаю, я вот это просто даже не стал записывать, там курицу при вас могут, ну, вот только ее зарезали, дали свежее мясо, извиняюсь за подробность. Мне это не особо нравится, поэтому даже не стал видео записывать. Лучше возьмите готовые и не смотрите, что там происходит. Готовые уже филе, которые готовы. Курицы. Вот это так максимально дешево можно питаться. И ешьте в местных кафе, локальных кафе, их многие называют локалки. В Арамболе одно из лучших локальных кафе, локалка напротив церкви стоит. Очень многие, кто здесь живет, предпочитают там питаться. В районе 100-150 рублей наедитесь, у вас будет местная индийская еда, какой-нибудь карри, фиштали. По алкоголю. В Гоа алкоголь продают в специальных магазинах, прям вайн-магазина. Их очень много, в отличие от других мест Индии, где их надо поискать. И действительно, алкоголь не продают, и он где-то даже под запретом находится, его употребляют. В Гоа его алкогольных магазинов много. Назову вот самый просто такой известный, это Old Monk, местный ром, его берут с колой. Очень многие, кто приезжает в Гоа, его предпочитают пить. Я просто вообще не пью алкоголь, поэтому что-то советовать не буду. Начните с Old Monk, а там дальше попробуйте. Алкоголя много и различных видов, кто-то предпочитает другие напитки. А вот местное пиво Kingfisher многие тоже, ну, многие у меня знакомые пробовали, говорят, хорошее, нормальное. Если хотите местное пиво Kingfisher, местный крепкий напиток, Old Monk, разбавляют с колой, многие даже везут домой, очень он нравится туристам. Я вам рекомендовал в Индии, что я вам рекомендую попробовать, это свежевыжатые соки, шейки, ну, это молочные коктейли Ласси, вот даже их лучше брать не в кафе, а в специальных джуз-центрах. Папайя. Джуйс, то есть сок из папайи и сок из клубники. Во-первых, в этих джуз-центрах цена будет меньше. Во-вторых, там только готовят именно, специализируются они именно на приготовлении вот этих соков, каких-то, например, коктейлей из молочных из соков, либо ласси, это такое пюре из соков более густое.
Мой любимый джуис-центр в Арамболе Happy Banana, он с 2000 года, очень вкусные соки, все натурально, без примеси, ни воды не добавляют, ни айса, ну, ни льда, ни сахара, даже прям так пишут. Один из моих самых любимых джуис-центров в Арамболе, это Happy Banana, находится прямо в центре Арамболя, на улице Main Road. Стакан свежевыжатого апельсинового сока. Вообще здесь очень знаменитый джуис-центр. Это джуис-центр в Чипоре. Если вы находитесь рядом, ездите на байке, заедьте туда. Мне здесь нравится, например, иногда взять мороженое с фруктовым салатом, какой-нибудь необычный экзотический сок типа авокадо. А также рекомендую обязательно попробовать попить кокос. Во-первых, он стоит здесь очень дешево, 40-50 рупий. Во-вторых, это, в принципе, как его рубят, как делают ложечку, и питательно, и вкусно. Сначала попьете кокос, потом вам его разрубят, сделают из него ложку, и вы его поедите. Тоже интересно, всегда у туристов все записывают сторисы, это вызывает интерес. А что покушать в кафе? Рекомендую. Ну, я индийскую еду просто не ем, поэтому лучше сами посмотрите, почитайте. Из той еды, которая здесь, с одной стороны, местная, это масала-чай. Чай с молоком и специями, вот вроде бы странное сочетание. Первый год не понимал, как пить, а сейчас привык, и почти каждый раз, когда захожу, беру масала-чай. Когда хочу взять какой-то горячий напиток, не кофе, не другой чай, а именно масала-чай. В кафе Кинара можно покушать жареные момо с креветками. Очень супер. Ну, просто момо, запомните, это национальная не индийская, а непальская еда, но в Гуа этого много. Даже возьмите жареное, у вас будет как пельмешки. Фрайт момо. Вот мне очень здесь нравится. Палак панир можете взять. Такая зеленая еда с сыром. Тоже многие, ну, кто здесь у меня живет, ребята рекомендуют. Чизнан. Очень много здесь готовят в тандуре, в печи. Ну, например, чизнан – это такая лепешка с сыром. Я люблю чиз, только с сыром, бывает с гарликом. Чиз-гарлик-нан, вот даже национальный, да, чиз-гарлик-нан многие именно у меня тоже знакомые берут. Я просто чеснок не люблю, гарлик – это чеснок. Многие берут half-chicken-тандури, либо фиш-тика – это как раз шашлычок из рыбы. А half chicken тандур – это половинка курицы, как у нас называют курица-гриль, приготовленная в тандуре. Попробуйте обязательно блюдо из тандури. И вот блюдо сизлер, оно бывает как рыбное, так и мясное. Я именно беру блюдо сизлер рыбы, оно подороже, чем все остальные, 500-600 рупий стоит. Но подача очень оригинальная, вам приносят тарелку, которая вся в огне горит, и очень вкусно. Тоже рекомендую попробовать. Я вам постарался дать максимально, с одной стороны, подробно, с другой стороны, кратко, вот все, что я знаю об Гоа, северном, о южном Гоа, об Арамболе, об отдыхе здесь, о жизни здесь, максимально вот уместить в это видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, обязательно оставляйте комментарии. Давайте вопросы, если знаю, отвечу. Делитесь, конечно, своим мнением об отдыхе в Гоа. Мне очень интересно, как представляют туристы Гоа, что они о нем думают, ведь мнения очень разные. Для одних это рай на земле, для других грязь. И обязательно оставляйте свое мнение комментариями под этим видео. Пока-пока, с вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. И не забывайте подписаться и нажать на колокольчик.